и отмечаем места, где и как будем резать ткань. Сперва мы подложим ненужный журнал или книгу, чтобы не повредить джинсу с обратной стороны, и начнем резать. Теперь мы берем нож и аккуратненько-аккуратненько начинаем резать ткань по нашей разметке. Далее вступает в силу пинцет и помогает нам удалять все нити по вертикали. После того, как мы выдернем одну ниточку, другие пойдут очень-очень легко и быстро. А чтобы придать готовому вырезу более естественный вид, можно потереть его пилкой для пяток или пемзой. Небольшой совет для тех, кто делает это впервые. Лучше потренируйтесь на небольшом участке, например, на задних карманах. Создать эффект потертых джинс можно, например, на карманах. Для этого берем бритву и такими вот движениями проводим по тем местам, где бы нам хотелось их затереть. Пилка или пемза – тоже отличный вариант для этих целей. Попробуем другие вырезы. Возьмем нож.